него. Это Бог так сделал, чтобы такие родные сделались. Мама ее родила в муках. Апостол говорит, я снова в муках рождения. Ее муки матери были день, там два где-то. Мои муки годами продолжаются. Дойдет она или не дойдет. Тем более она такие сны видела, я все ей показал. В какой комнате было, в каком виде кто являлся. Это твой сон правильно записан? Так и есть. Поэтому ты берешь в руки это сокровище, донеси его до неба и сам не отстань. Вспомни, как ты здесь был в таком простом месте. Иногда говорят, живите как голуби, голубь с голубкой. Я вам заранее скажу, не живите как голубь с голубкой. Я 65 лет держу голубей. У голубя доказательств никаких нет, он ее непрерывно долбит. Вот она уходит из гнезда, он за ней гоняется, долбит, она спасения нигде не найдет, тогда только домой возвращается. А так ты не клювом, а словом Божьим ее возвращает. Но у них главное это любовь и верность к дому. Если пожар случился, любая птица улетает, голубь возвращается на место. Будьте просты, они очень простые птицы. Вот она в гнезде, когда сидит, она крыльями бьет, кусает даже немножко, так чуть-чуть она идет. Вот из гнезда я ее вытащил, она голубь, все, глазу подноси, за 65 лет меня одна не клюнула. Это голубь, она кроткая. Будьте кротки, как голуби, будьте просты. У голубя надо узнать что-то, а то, говорит, живут как голуби, то один вылетает в форточку, то второй вылетает. Господь нам дает что-то, и это что-то мы должны донести. Где-то у меня здесь были крылышки, я не знаю. Вот там посмотрите. Там может быть внутри лежат. Вон они лежат, дайте. Вот посмотрите. Это вам на этих крылышках. Моя дочь улетает к вам. Плоских детей я не имею. А это вот все мои дети. Понял? Я одинок никогда не бываю. Это крылышки от голубей. Я вам по крылышку дам. Я ей говорю, чтобы она гражданство российское не теряла. Российское гражданство сохранить. Сейчас разрешается два гражданства, это свободное. Вы старше ее, можете умереть или что-то раньше. Ей там все чуждо без вас будет. Какая бы она ни была, поврежденная, слепая, община ее примет. Но меня не будет. Потому что я не вечный. Мне уже 71 год будет где-то. И ты, Наталья, помни. Ты остаешься у нас в сердцах. Ни одной молитвы, ни утренней, ни вечерней нет, чтобы вы теперь вас вместе не поминали. Никогда нету, чтобы мы забыли это. Нас сроднила кровь Христа. Бог Иегова Всевышний, Он нас сроднил. И когда приедете в Америку, вы расскажите, Америка наградила Россию заразой. Все секты сюда сунулись. Все, мы посылаем первого человека туда. Первого, не просто так, а с охраной. Сколько она знает, вам пол Америки хватит отвратить. Аллилуйя. Вы сейчас не понимаете, кто рядом с вами. Совершенно. Вы перед ней ребенок будете маленький. Ребенок. Если не будете сопротивляться, вам Бог даст расти духовно. Это я говорю вам, который все это пережил и знает. Вот оно, детище мои лежат. Так, вы вышли все на улицу, душные все, он сейчас упадет уже. Я вижу, у него уже голова качается. Он ножки спал и... Спасибо, Христос, слава. Аллилуйя. Свидетельство о браке положи сюда. Я печать поставил. Все. Потом я пока не буду с моими заказами. ЗАГСа принесет. Я тебе работаю. Ну что, сиди. Помоги вам, Господи, батюшка. Ангела-хранителя. Так, когда выпускать, мы будем говорить сейчас. Нет, тут-то береза. Ну давай попробуем. Они улетят. А потом мой. Так, теперь на руку сажайте, приготовьтесь. Видел, держи на руках, это чтобы отпускать. Нет, вы выйдете маленько. Ну, руку опускай. Все, пусть сидят. Просто на руку. Все. Ну все, давайте общий снимок сделаем здесь. Кто остался? Сестры, становитесь все, общий снимок сделаем. Это огромный труд заложен. Это люди пошли отсюда. Так, встаньте сзади, вы встали, ваше лицо даже не видно. Туда. Галя, сделай как положено. Оденьте платки по форме все. Потому что фотографии идут далеко.
По форме, не трудно это. По кругу, сюда. И там, а по форме хорошо. Нет, сюда сказали. Давайте подойдем куда-нибудь, можно и на стол забраться на колени. Давайте, давайте. Ну давайте, кто? Там на стол кто-то. А можно было вам там? Давайте вот так вот. Вот, давайте на стол. Может, будущая матушка будет. Так что канонически она как раз та, которая подходит. Так, я отхожу. Все. Так, пошли, ребята, ко мне на чердак. Пойдемте. Сейчас. Костя отвезет. Решим сейчас. К тебе едет это сейчас. Мама! Так ловить кому? Одна Маша. Так, ну как-то это самое, руки повыше тогда, ага, внимите вот так вот. Вот, вот. Вдвоем сначала. О, посидят еще маму. Ну давайте, давайте. Так, как-то вы ее так это сам обнимите вот, сильнее, да, за плечи. Вы боком, да? Полубоком. За плечи. Вот, хорошо. Так, моргаем. Не моргаем. Все. Все, спасибо. Так, подожди-ка, один снимок сделай, очки сними. Я забыл сказать. Очки сними. О, тебе смотреть-то не на что. На тебя смотрят. Как не на что? Видишь, надавила так. Ну-ка, давай. Давайте, бедошков снимите. Я забыл сказать сразу, там оба сразу сделали. Они отсвечивают. Ну, все, да. Все, а вдвоем сфотографируйте. Давайте, вдвоем давайте. Да. Саша, когда я получу это? Завтра. Вот лучше вот на фоне бы ели бы. Хорошо. Россия и Болгария и Америка. Наташа, на фоне елочки, а то на фоне забора какого-то сфотографировались. А вот елка, давай. Елка. Просто фоне забора. Видите, еще что подсказывать? Пятидесятница заговорили на разных языках, и к нам прибыли с разными языками. Вообще, и мы заговорили евангельским языком. Это а нас можете сфотографировать, а немножко? Немножко. Пожалуйста, а то у нас нигде нету тоже. Иди сюда. А, давайте с вами, да. И отдельно мы хотели еще. Отдельно и с вами. Возьмите ее под руку, пожалуйста. Кто хочет, подготовьтесь все. Вот дружба. Пойдем, ага. Юля, приготовься. Ты Ахала встанешь здесь. Может, Носи Христос фотографируешь? А ты с той стороны? Носи Христос вас. Повыше руку, брат. Вот так, да. Выпусти. А кто хочет сфотографироваться? Я хочу! Очередь пошла! Нет, ну ты с кем мне подсадишь? Ну, давай, где давай? Так, а теперь... Другие, остановитесь, кто хотел! Идите теперь! Подъехал, Костя! Лен, поправь платочек! Папа будешь, ты что, помни? Ну ладно, смотри! Ну, пикат. Партизаны стоят. Партизаны. Молодцы. Духовные голову партизаны. Голову-то подними. Кто понял, то нет. Смотрите, я понял. В следующий раз больше не надо партизаны. Просим нас. Ладно. Не надо. Не надо, брат. Не надо. Сюда, смотри. Ни в коем случае. Все, все, да. А то молитва какая-то. Так, все. Корявая получается. Все, я... Ну, сейчас, подожди, Фетя, ну... Подходи скорее, давай.
Давай скорее подходи, но моя голубка, сейчас я ее возьму. Она необычный такой ракурс света, но вот она моя голубка. Подожди. Ну-ка, давай, держи. Подожди, вот она. На, держи, держи. Она не видит, я не ослепленная здесь светом. Она не видит, сейчас я еще разок. Но хорошая моя голубушка. Вот она. Ну-ка, давай. Сейчас она себя будет клевать, то второй прилетит. Подожди, подожди, она не видит. Подождите, подождите. Ну, смотри, вот она, держи. Ну, держи скорее. Этот свет необычный. А если я бы оттуда убрал и с этим светом, может, можно было? Не будет ничего тот света мешать? А нельзя? Не будет? Если я его открою, то может, тогда они сразу слетят. Открывай. Они не видят ничего, слепые. Открывайте, открывайте. Что будет? А так ничего не будет. Она не видит, она будет. Она не будет дрожать. Ну, давай, скажи. Опа. Держи, держи. Вот так. Держи скорее. Сейчас, а вот они ждут, когда я буду давать, и сейчас они будут у меня есть руки. Вот оно начинает клевать, а я потихоньку сейчас начну успокаивать их. Твои хорошие голуби мои какие, да они такие хорошие. Подождите, давайте. Ой, хорошие мои голуби. Давайте, давайте. Опа. Давайте. Я руки начну поднимать, и они начнут на руки залетать. Вот как едят они. Сейчас подойдут те пугливые, которые, вот они, со всех сторон идут. Давай. Сейчас еще подойдут, выбирайте место. Другие видать, они боятся еще. Ну давайте, давайте. Подходите ко мне, хорошие. Вот я сейчас руки начинаю поднимать потихоньку. Смотрите. Она не может достать. Кончается батарейка. Ну-ка, сейчас, подожди, я возьму, поюсь. Подождите, мои голуби хорошие. Вот я еще дам вам. Ну-ка. Ну-ка, давайте. Давайте скорее. Вот хорошие мои голуби. Да как они любят поесть. Горошек с семечками. Ну, подходи, черныш. Вот так. Молодец какой. Сейчас я буду потихоньку поднимать руку. Ну, давай. Давай. Посмотри. Ну. Видишь, руку долбит. Сейчас будет подлетать будет. Видишь, руку долбит. Не получилось. Сейчас я подниму руки. Они взлетать начнут, а другие прямо садиться будут. Они пересиделись и боятся. Ну, мои голуби, да таково хорошие они. Я вот так постепенно поднимаю руки, и они наконец не могут достать. И тогда начинают садиться, так получается.